хватит, уже пора отключить этот интернет. Ой, интернет пропал. Маша, у тебя есть интернет? Нет, у меня тоже пропал. Мам, а ты не знаешь, почему у нас интернета нет? Конечно, знаю. Это я его отключила. Мам, ну зачем? А за тем, что мы на курорт приехали. Идите, поплавайте, позагорайте. Хватит уже сидеть в этих гаджетах. Мам, ну там жара, мы потом пойдем. Когда потом? Потом мы в кино пойдем. Уже билеты куплены, вы забыли? А, да, точно. Так что давайте быстренько собирайтесь и на пляж. Нечего дома сидеть. Все, пока-пока. Так, а теперь включаем. Наконец-то до ноутбука добралась, а то из рук не выпускают. Тома, что ты там делаешь? Я, между прочим, клад ищу. Ну какой клад на городском пляже? Иди покупайся лучше. Зачем нас мама на пляж отправила? Ну да, здесь ничего нет. Попробуй в другом месте. Ух ты, какая классная! Тома, а ты чего застыла? Это уже не модный челлендж. Что ты мне голову морочишь? Маш, эта ракушка какая-то странная. Я вообще не могла пошевелиться, честно. Ну да, конечно, так я тебе и поверила. Но ракушка все равно классная. Если не веришь, можешь проверить. Вечно ты меня хочешь разыграть? Ну что, Маш, теперь поверила? Маш, ну все, хватит, все, отомри уже! Она правда какая-то странная, я ее больше трогать не буду. Yes, победила! Так, ладно, скоро дети вернутся. Пойду куплю что-нибудь вкусненького. Том, а может быть это просто все твои проделки? Маш, да какие мои проделки? Ты что, мне не веришь? Если хочешь, возьми ее еще раз. Ну ладно, сейчас еще раз проверю. Вот видишь? Я же тебе говорила, это все не мои проделки, а ты мне не верила. Вот теперь будешь так и стоять. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Тома, мне надоели эти твои шуточки. Ой, Маш, ты ее держишь и не замираешь. Точно, не замираю. Маш, пойду еще покопаю. Вдруг еще что-нибудь интересненькое найду. Так, стоп, стоп. Не надо больше ничего копать. Это берем с собой, дома разберемся. Все, за мной. Ноутбук мой, я первая заняла!
честно, я совсем мало поиграла, а мама интернет отключила. Я не виновата. Ха-ха, Маша, не хотела мне отдавать ноутбук. Ну, теперь держись. Ой, Маш, а что это у тебя там под глазом? Под глазом? Что под глазом? А у тебя, кажется, тушь потекла. Что, сильно размазалась? Да. Да ничего не размазалось. Что она выдумывает? Тома! Ну ладно. Откуда ты мороженое взяла? Мы же вчера все съели. Нет, вообще-то мама еще купила. Да ладно тебе, ты меня обманываешь. Вот делать мне больше нечего. Если не веришь, пойди сама посмотри, в морозилке еще лежит. Здесь мороженое. Тома думала, что она самая хитрая, а я ее перехитрила. Теперь у меня и мороженое есть, и ноутбук. Ну, Маша! Ну, Тома! Ой! Дети, вы что устроили? Вас что, вообще нельзя одних оставить? Я, между прочим, пошла в магазин вам пиццу купить. Мам, ну мы больше не будем. Не, не будем. Будем, не будем. А ну быстренько наведите порядок. А пицца будет мне. Вы наказаны. И, кстати, это что за ракушка такая красивая? Нет, нет! Мам, не трогай! Мы же предупреждали! Пицца наша! Прости, мам.